Очень весело, задорно, хорошее настроение. Я всем желаю, чтобы быстрее пришла весна и быстрее наступило счастье в каждой семье, в каждом доме. Дома мы стряпали блины, точнее дети стряпали, а я их ела. И сейчас вот привезли свою куклу сюда на конкурс. Ну, естественно, и тут блины ели. Конкурс сегодня масленицы. Чья кукла будет, наверное, краше, лучше и чья богатство и удачу больше принесет. Мы делали куклу, делали ее по всем правилам. У нас не просто масленица обрядовая, а оберег, кукла-оберег, которая должна храниться весь год, и на следующий год она уже только сжигается.